Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы будем говорить об ароматах. И речь пойдет об ароматах на осень. У меня более 40 парфюмов, они в основном все из Oriflame, да не в основном, они у меня все из Oriflame, но я не пользуюсь ими регулярно. Есть ароматы, которые нужны мне для настроения, для определенного образа. Есть ароматы, которые идеально подходят на жаркую погоду, а другие наоборот, на прохладную или на мороз. Поэтому я отбираю на каждый месяц или даже на каждый сезон несколько ароматов, я их выставляю и пользуюсь ими по желанию. Бывает, что я утром встаю и я хочу именно воспользоваться этим ароматом, а в другой день мне хочется наоборот полностью противоположный аромат. Я вам расскажу, какие ароматы со мной уходят в осень. В основном это на теплую приятную осень и есть даже на промозглую погоду. И начну я, наверное, все-таки это самый легкий аромат — Divine Royal. Его состав: коктейльная вишня, мандарин, розовый перец, белые цветы, жасмин, гордения, ваниль, мускус и сандал. Такой богатый состав. И несмотря на то, что это восточный аромат, он очень легкий, он очень нежный, он такой прям, он такой девичий. Вот с этим ароматом я чувствую себя очень романтичной натурой, и поэтому его я с собой беру в осень. Следующий аромат тоже такой, с такой же красивой фигуркой, только в белом флаконе — Divine Royal, Divine Idol. Состав этого аромата: красные фрукты, мандарин, золотой ирис, амбра и шипр. Этот аромат для меня, он уже более какой-то немножко пореще, и он меня более собирает. То есть я с этим ароматом становлюсь такая собранная и деловая, хотя ноты такие мягкие, фруктовые, цветочные, но есть одна нотка, которая вот делает вот эту вот прям сборку внутреннюю, как будто, знаете, такая отстройка, сразу мозги начинают работать правильно. Вот для меня это такой аромат. Я не говорю, что он именно такой, потому что каждый человек воспринимает ароматы по-своему. И один и тот же аромат на одном человеке звучать будет так красиво, так сексуально, а на другом мы его даже не услышим. Поэтому в любом случае подбирайте себе аромат через дегустацию. Заказывайте пробники, дегустируйте их, носите на себе день, два, три, даже неделю, потому что аромат раскрывается по-разному утром, днем и вечером. В жару он один, в прохладную погоду он совсем по-другому будет звучать. Так что выбирайте под свое состояние и настроение. Следующий аромат — это мой любимчик, лидер среди всех ароматов — Giordani Gold Essence. Это классические эссенции, потом у нас появились Essence Blossom, Essence Sensuale, но вот Essence мой любимый. Его состав: лимон, мандарин, жасмин, флер д'оранж, амбра, древесная нота и мускус. С этим ароматом я чувствую себя королевой. Просто я как будто бы, знаете, сразу осанка выпрямляется, такая улыбка строгая на лице, то есть состояние просто бомбическое. Вот идешь уже просто так, не воспользуешься им, когда на мне там джинсы или спортивный какой-то костюм. То есть этот аромат требует тут примерно такого образа, что-то более вечернее, сексуальное, ну даже можно деловое. Ну, в общем-то, больше такое вот вечернее. Хотя аромат не тяжелый, для меня он легкий. И по составу это понятно, что много цитрусовых нот, и аромат более такой звонкий и легкий. А вот, кстати, Essence Sensuale, в его состав входит черная смородина, бергамот, гордения, флер д'оранж, апельсиновый цвет, ваниль, сандал и ценные породы дерева. Во-первых, посмотрите, какой интересный флакон. Здесь 30 миллилитров, и у него нет спрея, а есть пипетка. И пипетка вот так вот мы закручиваем, надавливается на помпу и набирается в пипетку немного аромата. И потом мы эти капельки переносим на свое тело. Аккуратненько, буквально 2-3 капли. Аромат нежный, мягкий, очень такой спокойный,
аромат леди, я бы его так назвала, и он просто невероятный. Кстати, среди моих знакомых, клиентов, это самый популярный аромат. Его заказывали у меня чаще всего. Я даже не могу вспомнить сколько, но очень часто, и зачастую бывают перезаказы, то есть повторные заказы. Следующий аромат, он был со мной и летом, Infinita. Он очень сексуальный, аромат страсти. Я, кстати, про него записывала отдельный ролик, когда вот просто рассказывала мое впечатление. Вот я прям рекомендую посмотреть, потому что иногда бывает такое состояние, которое потом уже невозможно повторить и передать. А в этом ролике я вот реально озвучила свое настроение с этим ароматом, состояние, эмоцию. Посмотрите, мне кажется, получилось очень здорово. Состав: кумкват, мандарин, розовый перец. Обожаю, когда в составе есть розовый перец. Жасмин, ваниль, кашемировое дерево и амбра. Вот реально это взрыв страсти. Просто он сладкий, он насыщенный, он дерзкий, абсолютно не тяжелый для меня аромат, мне он очень нравится. Так, далее мы с вами посмотрим следующий аромат — Love Potion Midnight Wish. Вот с этим ароматом как раз в промозглую погоду, когда холодно, когда замерзло, зубы стучат или промокло, то вот просто этот аромат, когда я его вдыхаю и закрываю глаза, я тут же переношусь в такой приглушенный свет, кофейня, пахнет кофе и шоколадом, я завернутая в плед, а мне сразу становится так тепло, так уютно, так вкусно, потому что прям пирожное шоколадное и лежит сверху засахаренная вишенка. Вот такой этот аромат. Он не всем абсолютно понравится, и однозначно под него нужна такая вот погода, как я описала. Итак, что входит в состав? Так, сладкая вишенка в сиропе с нотами кофейного ликера, игривый девичий характер эдакой кокетки, а затем приходит минут через 40 гурманика. Затем идет восток, ванильно-мускусное звучание с мягкими древесными оттенками, что звучит очень благородно. Нравится мне этот аромат, очень приятный. У меня есть такой же крем для тела, и я их стараюсь вместе сочетать, чтобы усилить аромат и сделать его еще более согревающим и мягким. Но дизайн флакона, он говорит сам за себя, он просто бесподобен, можно на него любоваться вечно, да, такая сексуальная капля, очень шикарно. У нас еще остались ароматы, это не все. Два Eclat. Eclat Femme — это классика Eclat Femme. Давайте про него расскажу. Для меня этот аромат, знаете, такой вот деловая женщина, яркая, уверенная в себе, такая женщина-лидер, я бы так сказала. И в состав входит мандарин, черная смородина, жасмин, флер д'оранж, роза, сандаловое дерево, ваниль, амбра. Представляете? Он такой прям яркий. Много нельзя этого аромата использовать, потому что он, я бы сказала, такой крепкий и насыщенный, и если переборщить, то будет не очень приятно и вам самим, и окружающим. А вот следующий аромат — Eclat Mon Parfum. Я, кстати, им тоже летом пользовалась, он со мной пришел из прохладного лета, то есть вечернее лето такое, не жаркое, не душное, но когда хочется чего-то такого вот более насыщенного. Китайская груша, розовый перец, королевский белый ирис, миндальная пудра, белые пачули и светлый мускус. Для меня этот аромат тут просто вкуснятина, очень нравится. И у меня есть тоже клиенты, которые его обожают и заказывают уже несколько периодов, то есть заканчиваются новые заказывают. Кстати, к нему есть еще такой же малыш, можно заказать 8 миллилитров аромат и наслаждаться то одним, то другим. Мне кажется, это тоже очень удобно. И у меня остался еще один аромат, который со мной перешел из лета, из жаркого, из любого лета. Я влюбилась в аромат Си. У него шикарный дизайн, вот эта вот массивная
крышка круглая, а здесь пирамида аромата нарисована как раз на крышечке. Итак, мое впечатление, вау, я просто вот просто отличается от всех ароматов, и ну, он неординарный, то есть просто вообще вау аромат. Видите, как я его активно использовала, здесь большой объем, то что тоже не свойственно для ароматов Oriflame. Здесь 75 миллилитров, а обычно 50. Итак, состав аромата: пижма, березовые искры, кедр. Вроде бы ни о чем не говорит, но когда я его вдыхаю, я вот переношусь на теплую вечернюю лесную полянку, где вот переплетаются вот эти вот природные ароматы разных цветений, деревьев. То есть все это сплетается с терпким воздухом, становится невероятно хорошо на душе. И я бы сказала, что этот аромат мне очень родной, потому что вот как будто я в детство попадаю, и мне с ним очень-очень хорошо, поэтому я им пользуюсь с огромным удовольствием. И мне нравится, что его очень любит Михаил, и когда я им пользуюсь, то он сразу говорит: си, он сразу его узнает. Это моя коллекция на осень. Скорее всего, мы чуть позже запишем видео, когда вот холода придут, потому что у меня сменятся некоторые ароматы, уйдут в коробку, я достану другие. А мне интересно, какие у нас с вами совпадают ароматы, что вы тоже сейчас используете, у вас оно в приоритетах, или какие у вас абсолютно другие ароматы, тоже напишите в комментариях и пишите, почему вы эти ароматы любите, какое вы с ними получаете состояние, да, эмоцию, на какие ароматы вам чаще всего говорят комплименты. Кстати, у меня вот с этим ароматом больше всего комплиментов собрала. Буду ждать ваших отзывов, обратную связь, а если видео полезное, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Внизу нажимайте на колокольчик, чтобы всегда получать оповещения о новых роликах. Всего вам доброго, пока-пока!